Всем привет! Вот снимаю видео на новую камеру. У меня спрашивали, как поживает моя курочка, которая вывела цыплят. Сегодня 9 ноября. Курочка вывела цыплят 10 числа, 10 октября. И у нее было их 12, но на данный момент у нее осталось их 5 штучек. В общем, 3 цыпленка пропало, а 4 украла кошка. В общем, следа... Ну, сейчас я вам покажу, если вам интересно. Вот сюда в дом. Вот сейчас... Вот здесь есть такое небольшое окошко. Вот. Сюда залезла кошка. Залазила. И украла 4 цыплят. Ну ничего, уже с этим не поделаешь. Осталось столько, сколько осталось. Ну, 5 так 5. Будет водить 5 штучек. Цыплятки остались. Один пепельный, один вот такой рябенький, 2 беленький, один из неголошений, один немножко красноватый. Вот такие красивые цыплята. Курочка до сих пор их водит, им завтра исполнится месяц. Может, конечно, они мелковаты для своего возраста, но не знаю. У них стоит водичка и стартовый комбикорм. Вот, сейчас насыплю нового. Вот такой мне. Купил им 10 килограмм. Это уже второй. Вот первый они доели. Ну, они съели его не сами, так как стартовый комбикорм я еще даю перепелочкам. Вот так. Сейчас красную лампочку выключил, так как во время съемки она мне мешала. Ну, сейчас я все закрою обратно. Ну, как вы знаете, вот они сидят у меня в шкафу. Вот так. Ну, и нормально. Я думаю, так как курочка водит немного цыплят, она их поводит дольше. И... они подрастут, на стартовом комбикорме они будут хорошие. Мне кажется, камера снимает очень в хорошем качестве. Вот так. Да, курочка. Вот такой. Рыженький. То есть пепельный. В общем, красавчики. В общем, вот такие цыплятки мои. Всем пока!